смеешься? Ты что там все угораешь? А, да. Нет, суть в том, что даже если Смит сейчас маньяк сейчас прыгнет, все равно же никому ничего не засчитается, ни ему, ни Смиту. А Смит для него как? Я просто вышла. Он его видит, он просто взять его не может. А так он сам один, да, в одиночестве, да, в карте? Да, окей. Издос, реально, ты заметил то, что эта игра реально баг полностью? Да, баги проще. Ну, лифтап еще. Баг, это максимальная игра, я вот, если честно, играла. Вот в этой игре очень много багов, вот они все, там говорят, какие-то обновы, еще что-то. Они ни разу не пофиксили баги, такие, ну, максимальное количество багов. Просто дохуя. А ты не смотришь, не пытаешься? А Смит, он же сказал, вроде ушел. Нет, я уже давно вышла. Ты что, я тут проиграла, вышла, ливнула, пошла поплакала, ты понимаешь? Все пытается. Господи. А меня больше всего раздражает, когда ты, короче, около стоишь деревяшки, опрокидываешь ее, получаешься с той стороны, где маньяк, и он тебя ударяет. Вот это просто изи, меня просто бесит такие моменты. Это пиздос. Да, и главное, ты не прожимаешь вперед, да? Ты просто стоишь. Да, я тебя про то же самое. Я стою, жду, когда он подойдет. И главное, это вообще пипец. Это очень обидно. Смайлик тоже такой. У парня есть терпение. Это парень такой, знаешь. Принципиально. А еще момент такой был, то что мы идем к маньяку друг на друга навстречу, и посередине нас трап. Ой, это стоит деревяшка. Я, короче, подбегаю на середине этой деревяшки, ставлю ее, оказываюсь на той стороне, вот на этой, и это как он, я его застанила. То есть я не знаю, что это за пиздец был, он замахивается на этот момент, я его застаню. Короче, хз, это реально какой-то баг, вся эта игра, это реально баг. Да. Ну, то есть он не понимает, что в принципе на том конце тоже есть человек, которому есть что терять. То есть у него сейчас борьба идет с самим собой. Слушай, а если это закончится, если она начала поставить? Да, я тоже оставлю. Смит не отступится, понимаете? Монитор выключу, да, лягу спать. Да, он не отступится. Это будет Смит, но сегодня уже было такое. Все равно мне мало времени посидеть здесь. Больше никого не будет сегодня кемпирить. Конфеточку.
Смит, что там делать? Лежит просто, да? Да. Даже двигаться не могу, у меня, ну, просто труп и лежит. И ты как бы в игре, да, получается? Да, труп лежит как после наеда. Да, да, Мимин. Смотрю. Разрешите мне, молодой человек, посмотреть? Да, у меня там для всех стоит открыто. Не знаю, но он ходил минуту назад, наверное. Закрой и снова. Да. Вообще думаю, что трупа там нет. Все равно смотрю стрим Смита, у меня опять кадры. Не, хз. Здесь все нормально, да? Угу. Там просто это. Где-то, когда у меня 6 часов утра, ну то есть через 20 минут, то сервера... минут до 6 утра, правильно? Да, сервера Steam, они на профилактику вот, пользуются на пару минут. Вообще. Я слышу, он ставит. Он реально даун. Напишите ему на стене, что он даун. Он знал. Честное слово, блядь, это печально. Это печальная новость. Он реально должен знать и все окружающие, что он даун. Олег, а Смит просто потакает его даунству просто. Честное Олег, слово. Напиши ему, что, ну, типа, сколько бы ты уже поинтов заработал, если бы ты уже ливнул? Сколько бы ты уже этих капель восстановил? Блин, он не знает, что я в игре. И он видит, что я не смотрю. Ну, напиши ему, чувак, ты что там, еще до сих пор играешь, что ли? Алло. Я так волнуюсь, ну, да, за тебя. Как-нибудь так. Волнуюсь, ты вчера мне так кемпер много, что у меня загорелся тебе, и я очень заинтересовался тобой, как у тебя там дела. Не скажи, что ты бы уже, типа, уже давно бы отыграл эти чпоинты и капли. Он ебанутый, серьезно, стоит капканы до сих пор. Сколько час уже прошел? Я сижу. Уже поесть успела, блядь. Да, наверное, час, да. Смит. Ты никого же не заставляешь сидеть вместе. Ебануться, блин. Вы представляете, сколько мы смогли уже каток сыграть? Сколько проиграть могли бы? И невесомые старания парализованного были его усилия результатов. Да, было, а Смит все держится за одну каплю просто, понимаете? За три. За да три. Я не за каплю держу с ним, просто да мы я поняли, на принцип господи, пошел. Это был прикол, господи, да, за принцип там. Да, блин, принцип, sorry. все дела, все такие. Это же Смит. Ну, Галер, я от тебя включу стрим. Можно все-таки надеяться, что он заработает капли? Да, включи трансляцию. Хорошо. Нифига себе, ты крутой. Объясните ему то, что он не сможет максимальное количество капель заработать. Ебать, пиздец, просто. Ну ты ему объясни, что он бы уже давно отыгрался, если бы ливнул. А ты уверен, что он смог бы отыграться? Может, он не верит в себя вообще? Ну, судя по тому, что он делает, да. Да, точно.
давно не сидела в домче, не смотрела просто бессмысленную игру. Ужасная игра на самом деле. Хуже еще не видел. Ну что, он дотолкал там до упора, и потом уже сущность не пускает. Ну, для меня СМИ до сих пор на том месте, на котором лежит. Вот он подумал, как бы он меня вытолкает, если у меня статус мертв. И игра меня уже мертвым считает. Я же не могу не спустят же Иисус с неба, не оживит меня. Нет, он тебя видит, значит, для тебя-то он не мертв. Ну, чисто этим, как его, телом. А я у него отображаю статус, это как новый твой. Так у него уже закрытый профиль, да? Посмотреть. Мы не можем посмотреть. А ты, может, его попросишь по-братски? Типа такой, о, можно я посмотрю, как там ваша игра, типа, да не, проходит? Не надо. Нет? Не надо. Да. Короче, я за границей. Смит, ты практически ушел, радуйся. Сейчас Олег принес ему эту губ, дотащит.